налеты фашистов, словно зверей. Помните смертные битвы, поход и слезы невинных детей, матерей. Помните, люди, солдат поименно, мы жизнью своей обязаны им. Они ведь в стране войной опаленной силили нам мир под небом святым. Помните, люди, мир кровью достался, герои пусть вечно будут цвета. И чтоб смерч войны в пути не встречался, пусть память о прошлом не меркнет в веках. Смотрят мне.
войны. Добрый день! Здравствуйте! В год 70-летия Победы мы проводим встречу людей, тех, чье детство война покрыла своим черным крылом, чьи родители гибли на фронтах, и многие из детей навсегда были лишены родительской ласки и заботы. Тех, чьи судьбы в военные годы связал Черноярский специальный детский дом номер 7. А вы знаете, вот Оля сейчас сказала «встреча», да? Что по себе означает это слово «встреча»? Встреча имеет много таких, да, как бы, таких позиций. Деловая встреча, встреча, свидание, еще какая-то встреча. А есть встреча памяти. И когда люди собираются, вот происходит эта встреча, то в памяти всплывает вот то, что было давным-давно, вместе пережитое и хорошее прошлое. Вы знаете, вот, по большому счету, сегодня вот мы будем проводить вот эту встречу с Ольгой. И будем рассказывать о воспитанниках детдома, будем рассказывать о преподавателях, воспитателях. Они здесь, некоторые, находятся, и они это все знают прекрасно. То есть, о чем мы будем говорить, они это знают, потому что они это прожили. Большой упор у нас на тех, кто об этом не знает. Вот молодое поколение сидит, может быть, кто-то вообще, потому что когда верстался сценарий, я для себя подчеркнул очень много такой информации, которой, в принципе, даже и не знал, что люди рядом находятся такие люди, простите. Беспощадная война, изломавшая миллионы судеб, особо жестокой оказалась по отношению к детям. Она обрушилась на них так же, как и на взрослых. Бомбами, голодом, холодом, разлуками. В эти страшные годы дети были первой заботой для народа. Если выживут они, выживет страна, ее история, идеалы, будущее. Уже в первые месяцы войны государство столкнулось с острой проблемой массового сиротства. Необходимо было в кратчайшие сроки решать вопросы государственного устройства, содержания и воспитания детей-сирот. За 4 военных года более 1 миллиона детей стали сиротами. Было много таких детей и в Черном Яру, где по решению бюро райкома, партии и райисполкома Черноярского района в марте 1945 года создается детский дом. Хотя вот как бы из источников, из таких, то есть в марте 1945 года он был признан официально документальным, на самом деле он существовал гораздо раньше. Директором этого детского дома становится бывший фронтовик Рубцов Сергей Константинович. Давайте посмотрим сейчас на экран и вспомним, что всего за 23 года существования детского дома в нем сменилось 3 директора. Это Сергей Константинович Рубцов, про которого сказал уже, Нина Михайловна Курносова, Александр Михайлович Шаронов. Сегодня вот утром делегация воспитанников и работников детского дома посетила могилы директоров детского дома. Особое чувство благодарности связывает память с именами этих людей. Все было. И дороги, и невзгоды, и солнце свет, и свет любимых глаз. Я вглядываюсь в прожитые годы и с теплым чувством вспоминаю вас. Ведь это вы мне в душу заронили любовь к земле, к живущим на земле, к родным лесам и к нивам изобильным, и к теплым ароматам тополей. И это вы вдохнуть в меня сумели всегда идти вперед и видеть свет обетованной цели и не бояться никаких невзгод. Сейчас я хочу пригласить на эту сцену главу муниципального образования Черноярский район Соблавного Дмитрия Михайловича. Дорогие земляки, дорогие ребята, сегодня в преддверии такой, наверное, знаковой даты, как 22 июня, мы проводим такое хорошее мероприятие, как встречу бывших воспитанников детского дома села Черный Яр. Все мероприятия, которые проходят и в этом году, конечно, это знаково, это 70-летие Победы, которое мы буквально несколько месяцев назад отметили, хотя готовились к этому с самого, наверное, Нового года, прошли мероприятия по каждому из сел, в каждом населенном пункте были возложены венки, цветы,
ко всем мемориалам, ко всем обелискам, там, где похоронены и погибшие, и умершие наши защитники. Но сегодня, в этот день, в преддверии как раз 22 июня, мы решили провести вот такую небольшую встречу воспитанников этого детского дома, тех ребят, которые в те страшные годы остались без родителей, некоторые даже их никогда и не видели. Сегодня это трудно передать, но именно тогда, в 45-м году, когда еще не закончилась война, когда практически полстраны были в разрухе, государство нашло возможность собрать вас, принять, обогреть, накормить в первую очередь и, конечно, сделать кровь. И, несмотря ни на что, это все было создано как раз вот руками тех руководителей, тех первого директора детского дома, который взял на себя такую ответственность, сам участник войны, инвалид. Но, тем не менее, вместе с вами он зародил ту традицию вот этого, наверное, товарищества, братства. Очень трудно говорить, и, наверное, мы никогда не сможем передать и сами прочувствовать то, что пережили вы. Голод, холод, но, тем не менее, уже были стены, был родные плечи воспитателей, руководителей. Вы прошли трудный путь, жизненный путь. Хочу пожелать вам огромного здоровья. Поздравить с наступившим Днем Победы, с 70-летием Победы. Мы будем отмечать его в течение всего года. И, наверное, те победы, которые и вашими плечами, и возрождение России, и Советского Союза на тот момент, все, что это было сделано, многие из вас награждены государственными наградами за ратный труд, это говорит о том, что вот эти воспитатели, вот эта земля заложила у вас такой огромный потенциал в работе, в учебе, в дальнейшей жизни, что вы смогли сделать нашу страну, наш огромный большой Советский Союз, той могучей державой, которой никто не посмел нападать. Здоровья вам, счастья и с наступившим Днем Победы! С праздником! Thank you.
обращается председатель районного совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, почетный житель села Черный Яр Щербовских Александр Андреевич. Здравствуйте, уважаемые присутствующие. Очень приятно сегодня сознавать, что встреча состоится у нас второй раз уже. Первая встреча была в 2012 году. Вторая встреча у нас сегодня, не случайная встреча сегодня. Встреча в день 70-летия победы Советского народа над фашистской Германией. И сегодня встреча началась выступлением учеников нашей школы именно с периода Великой Отечественной войны. Детский дом был организован именно в тот период, когда уже заканчивалась война. Но государство не бросило детей. Именно видело оно свое возрождение в детях. Благодаря Ленинград, другие города, которые заставили задуматься наше правительство о том, что будет с детьми, что будет с беженцами. Именно в этот период государство правильно поставило вопрос об открытии детского дома. Это был процесс не только накормить детей, нужно было воспитать, обучить грамоте и передать их в общество, чтобы они нашли свое место в этом обществе. И тот, кто воспитывался в Черноярском детском доме, нашли свое место в обществе. Как уже Дмитрий Михайлович сказал, многие награждены орденами, медалями за свой труд по восстановлению разрушенного хозяйства. И не только за воспитание уже детей, за показатели в труде. Поэтому дети войны, хоть в России не признан этот статус, в двух государствах признан, это в Беларуси, в Казахстане, России депутаты пока не могут никак раскошелиться на это недорогое мероприятие, но тем не менее значит, в нашей Астраханской области депутаты приняли статус детей войны. Хоть небольшие льготы, но все заключается в моральной поддержке этих людей. Вы пережили все. И голод, и холод, и нищету, все. Но выжили. Выжили и показали пример всем. Как можно держаться, как можно жить. И просьба от районного совета ветеранов. Передайте все то, что было, своим детям, внукам и правнукам. Передавайте ученикам, чтобы они знали, какие трудности претерпевала наша страна. Говорят, сейчас тяжело, а пусть вспомнят они из ваших уст, из ваших слов, а было в несколько раз тяжелее. Поэтому районный совет ветеранов желает вам здоровья, еще раз здоровья вам, вашим детям, внукам и правнукам. Детский дом был организован в тяжелое военное время. На протяжении всего своего существования работники, которые в нем трудились, готовили детей к самостоятельной жизни, заботились о моральном и материальном благополучии своих подопечных. Воспитатели и обслуживающий персонал прилагали все усилия, чтобы детский дом стал для детей родным. Давайте сейчас посмотрим на экран и поименно вспомним всех тех, кто в разные годы там работал. К сожалению, даже вот у некоторых нет инициалов, некоторых мы не знаем, как звали, просто есть инициалы. Но я думаю, что каждый из присутствующих найдет здесь свою знакомую фамилию. Сегодня некоторые из них в нашем зале. Давайте поприветствуем их аплодисментами. Не трудно вам будет представить? Ничего. Скажите, пожалуйста, вот вы были воспитателем по труду, да, инструктором, насколько мне известно. Может быть, расскажете, что было такого сложного в работе? Я поступил в детский дом в 58 году, по 66 год, 8 лет там я проработал. Принимал меня Александр Михайлович Широнов. Через мои руки прошли очень много воспитанников. Что хочу именно сказать, вот мной было построено за рекой Волгой лагерь, детский лагерь, корпус 20, 10 на 20 летнего типа. Работали
вот старшая группа, весной все работали, девочки и мальчики, в саду по сбору овощей. Понятно. Скажите, какие вот отношения складывались среди педагогов, среди воспитателей? Вы были одно единое целое или... Все были единые. Вот. Ну хорошо, спасибо вам за беседу, Павлович. У нас еще много с кем есть поговорить. Вот я вижу Валентину Андреевну. Валентина Андреевна, вы скажите, какими были ваши воспитанники? Я пришла туда по направлению комсомола, мне было 18 лет. Это очень ответственно, между прочим. Если по направлению комсомола, это большая ответственность. 55-й год это было, по 68-й работала. Люди были замечательные, дети были замечательные. Не считали, кто это, родные, не родные. Девочки и мальчики старшие были здесь. А в лагере все 3 года были там летом. Вот Павел Иванович не даст соврать. Вот. Мы их мыли в бане маленьких. Мы как мамы были. Ну, моя работа пионервожатая была, это... В чем она заключалась? Вот. Это много. Мы проехали весь этот хутор Нагольный и Матвеевку, Матвеевск. Вот, трактор или пешком, ну, я как дирижер, песни там пели, там же не было ни радио, ничего. А дом культуры был на Нагольном, на Матвеевске бабушки сидели, мы каждое воскресенье туда ходили. Пешком. Вот. Это были игры, знамя прятали. Знамя прятали, в смысле, в играх такие играли? Да, это были игры, заранее уже с вечера готовились, там было деревья. Вот. Каждое утро начиналось с песни, звезды с кострами, флаг поднимали. Нет, вы вспоминаете про завод, то, что как бы завод, а здесь? А здесь тоже такая же история. С утра до обеда работа у меня, вот я уют, там была пионерская комната. И потом с обеда, где-то не помню, с 5 до 10 вечера была там. Но дети были замечательные. Вот даже не могу вспоминать. И не могу. Дети всегда везде замечательные. Важно, какие воспитатели рядом с ними находятся. Правда? Может, кто знает, вот такая была Роза и Мургазиева. Такая уж считали ее хулиганка. Но у нее был доброе сердце. Я сижу в пионерской комнате, и вдруг она мне несет стакан чая, господи, и кусок черного хлеба со стола. Вы представляете? Это даже... Даже эту пряника не надо. Говорю, Роза, вы знаете, вы здесь долго сидите. Вот, значит, у нее доброе сердце было. Не зря. Аплодисменты. Все, кто знает, это очень дорого стоило. Мы еще вернемся сюда к вам. Я вернусь к микрофонам обязательно. Через много лет сидим уставшие. Уже не молодые. Но души наши не стареют. Нет. Хотя головушки давным-давно седые, но души не стареют, не хотят и рвутся изнутри на волю. И говорят, друг с другом говорят о жизни прожитой, о выпавшей нам доле. А этот вечер, он всего лишь миг и пролетит, а мы не заметим, и вырывается из сердца крик, когда же мы еще друг друга встретим. Мы живем в суете и заботах, что-то ищем, куда-то спешим, мысли заняты нашей работой, беготня, толкотня, магазин. Мы влюбляемся, любим, страдаем. Расставание, свидание, развод, словно роли в кино мы играем и меняем их каждый год. Наша жизнь — это миг и дыхание, пташки, маленький крик на заре, нежные розы цветков, колыханье мелких камешков, всплеск на воде. Но проходит все в жизни когда-то, только в этом лесу тебе беда, нам всего-то немного и надо удержать на мгновение себя, оглянуться вокруг и увидеть, как прекрасный закат и рассвет, и понять, что второй такой жизни у тебя обрести шансов нет. И тогда по щеке твоей впалой, как красинка, кристально чиста, пробежит совершенно незванно, одиноко скупая слеза. Это капля слезы, как прозрение, осмысление прожитых лет, задремавшие души пробуждение, как в тоннеле вдруг вспыхнувший свет. Ты поймешь,
правда, чуть с опозданием, что ни роскошь, ни райский комфорт не заменят тебе мироздание и заволжских природных красот. Детский дом оценишь только тогда, когда промелькнут, как мгновенья, года. В одинаковых платьях, пиджаках, ботинках и тапочках воспитанники детского дома были одеты и обуты, чем не всегда могли похвастаться домашние дети. Давайте еще раз посмотрим на экран и вспомним мгновение прошлых лет. А прошлое было довольно насыщенным. Детей готовили к жизни. К жизни непростой, к жизни самостоятельной, в полном смысле этого слова. Вот посмотрите, на этом снимке столовая детского дома. Первое время со снабжением в детском доме было трудно, впрочем, как и во всей стране. Детям столовый хлеб давали пайками. Большим подспорьем в обеспечении детского дома продуктами было подсобное хозяйство. Выращивали коров, свиней, кур, уток, гусей, кроликов. Был даже свой фруктовый сад, инициатором закладки которого стал директор Сергей Константинович, где выращивали, обратите внимание, для нашего климата, персики, вишню, виноград и много сортов яблок и груш. И вообще жили на самообеспечении. Подсобное хозяйство, в котором дети воспитывались трудом, выручало в самые голодные послевоенные годы. А на этой фотографии ребята в швейной мастерской, где руководила Уткина Антонина Сильверстовна. Воспитанники детского дома все умели делать своими руками. В швейной мастерской вышивали, шили постельное белье, занавески и одежду. В обувной мастерской дети ремонтировали обувь. В столярной занимались ремонтом мебели, делали вешалки и подставки под цветы. Воспитатели видели свою задачу в том, чтобы прежде всего отвлечь детей от тяжелых воспоминаний. Детских игрушек в детском доме не было совсем. Играли только в подвижные игры. Дети занимались хоровым пением, танцами, изобразительным искусством, создавали самодеятельные театры. Гордостью в детском доме был свой оркестр. Ребята ставили концерты, ездили с ними в хутор на Вольный. На свои выступления приглашали ребят со школы, а также выезжали на конкурсы и занимали там призовые места. Обратите внимание, вот на этом снимке юные спортсмены. Большое внимание уделяли спорту. Ребята занимались боксом, легкой атлетикой, гимнастикой. Участвовали в районных и областных соревнованиях, где занимали призовые места. Прививал любовь к этому виду деятельности старший пионер-вожатый Глинчев Борис Петрович. Спорт закалял характер, помогал в трудные минуты жизни. Хочется отдельно рассказать о пионерском лагере, который устроил первый директор Рубцов Сергей Константинович. Лагерь находился за Волгой, на хуторе Половников, под открытым небом, с подсобным хозяйством и своим сенокосом. Ребятам очень уж нравился летний лагерь. Жили в палатках, готовили повара, два раза в неделю привозили и показывали кино. Утро начиналось в 7 часов. Дети умывались, завтракали и шли помогать на поле. Старшие ребята помогали работникам на сенокосе. Работали около 2 часов, а затем шли до обеда купаться. Вот такая насыщенная жизнь была в стенах детского дома. Немало лет прошло, но снова кадры проплывают, как в кино. Как вы жили здесь когда-то, давным-давно, давным-давно. Примите музыкальный подарок от Марии Лузиковой. Мы связаны с тобой.
котором отражаются не только исторические события, но и судьбы многих поколений воспитателей и воспитанников. 70 лет прошло со дня создания детского дома. Много это или мало, не знаю. У каждого из нас свое представление о времени. Но могу сказать с уверенностью, что это большой трудный путь, полный радости и огорчений, поражений и восхищений. Это путь успеха. Есть чему гордиться детскому дому. За все годы он дал путевку в жизнь сотням юношей и девушек. Медицинские работники, механизаторы, инженеры, работники органов внутренних дел, учителя и многие другие. Все они – воспитанники Черноярского специального детского дома номер 7. Мне бы хотелось рассказать о Филимоновой Любови Николаевне. Она пришла? Нет? Нет ее здесь? Но все равно мы расскажем. Любовь Николаевна, потому что, ну, очень интересно расскажем. Любовь Николаевна родилась в селе Началово. Семья состояла из 5 человек. Отец, мать, 2 брата, Виктор и Петр. И сама Любовь Николаевна. Началась война, отец ушел на фронт, где пропал без вести. Семья бедствовала, впрочем, как все семьи того времени. Дети голодали, мать выбивалась из сил, пытаясь найти любое пропитание. В ход шли корешки, добываемые из-под льда. Однажды зимой во время такого занятия мать провалилась под лед и сильно заболела. Из-за открытого туберкулеза детей из семьи изолировали и отправили в детский дом. А было Любе в то время неполных 8 лет. Любовь Николаевна вспоминает, жизнь в детском доме была веселой, интересной и насыщенной. Рядом были такие же дети и заботливые воспитатели. Выпустилась из него Любовь Николаевна в 1959 году. Пошли трудовые будни. Вы знаете, я хотел задать ей вопрос, потому что для меня стало таким открытием, как бы неожиданным, что Любовь Николаевна служила в армии 3 года и имеет медаль, значит, 20-летие победы над Германией. В 65-м году получила. Но, к сожалению, она не пришла, и мы, скорее всего, я уже поинтересуюсь с ней уже в такой, в частной беседе. А Надежда Кузьминична Касаткина здесь? Здесь, вижу, все. Давайте мы сейчас, разрешите мы, с вашего позволения, познакомим вас со страницами вашей судьбы Черноярского детского дома. Родилась Надежда Кузьминична в селе Быково Сталинградской области в 1938 году. В предвоенные годы родители приобрели дом. Жить бы да радоваться, да началась война. Отец ушел на фронт и не вернулся. Перед началом Сталинградской битвы умерла мама. Начались скитания девочки. Жить приходилось то у одних родственников, то у других по очереди. Через некоторое время нашлась женщина, которая пожелала удочерить девочку-сиротку. Но оказалось не из-за корысти, не из-за любви, а корысти. Вы знаете, да, вот верстался сценарий, я был очень удивлен. Жизнь Надежды Кузьминичны была похожа на жизнь Золушки, злой мальчики. Непосильная работа, наказание на горохе, представляете? Ситуация изменилась к лучшему, когда мальчику призвали на трудовой фронт на расчистку завалов Сталинграда, а девочку на содержание взяли дедушка с бабушкой. Но, и это было недолгим, вскоре бабушка умерла, ну и, как правило, дедушка женился. У новой бабушки девочке жилось не сладко. Однажды, услышав разговор женщин о детском доме, который есть в Черном Яру, она обратилась к дедушке с просьбой отдать ее в детский дом. Только себе представьте, ребенок сам попросился в детский дом. «Там хоть кормят, сыта буду», – убедила она деда. Дедушка согласился и стал собирать документы. Вот так Надежда Кузьминична попала в Черноярский детский дом. Вообще, как вот вас встретили? Как вообще воспитатели? Приехала в детский дом ночью, нас привезли. Нас из Быковского района было 11 человек. И мужчина ехал в командировку в Астрахани, ему поручили нас определиться. Мы приехали ночью, нам показали детский дом. Пришли, мы нас встретила, Лелекова Наталья. Она ночной няней была. Одеяло нам бросили, мы кое-как разместились. Утром встали, клопы, чесотка, пши.
вообще. За одну ночь все приобрели? Все приобрели. Мы тут же на полу лежали, а одеяло взяли с кровати. Они на нас насобежали, кинулись прям, как собаки. Это все поглядели и говорят, ну нет, это нам не пойдет. Мы уезжали. И все ушли, 10 человек уехали, прыгнули на проход уехали. А я осталась одна. Мужчина пришел, мне ехать некуда было. Пришел мужчина, оформил меня, то и уехал по своим делам. И вот я осталась детском доме. Ну, воспитатели очень хорошие были. Людмила Степановна Ролов. Потом мы окончили учебное заведение на Александровна и Зоя Ивановна Подъебольская. Нина Александровна, я его не была, она меня выпускала уже в 7 лет. Ну, вот, ну, воспитатели так, Генрия Константиновна на спине вожатой была, Марья Митрофановна была. Нет, вы сейчас, извините, перебиваю вас, от паразитов избавились на какой день? На какой день война была в этом, в бане, котел, все туда кидали, все кипятили. 3 дня, и мы опять все в этих гнидах, все в шахтах сидим, вот ковыряемся, бьем. Ну, я, насколько мне известно, эта проблема была не только детского дома, это была повсеместная проблема у всех жителей, не только Черного Яра, а всей страны, потому что была война. Нина Ивановна Захарова была медсестрой, боролись, смазали нас, и всеми мазью, и кругом брызгали, и все промазывали, но потом победили. Ну, самые теплые воспоминания, вот, которые в вашей вот, памяти что-то, ну, расскажите. Вот самое теплое, которое вот, вы всегда с удовольствием вспоминаете, с улыбкой, и вам становится тепло на душе. Да, таких моментов не было. Мы работали как проклятые. Ведь с утра как встанем, покушали и залога идем работать. До обеда пришли, искупались, чуть на них сделали, опять на работу шли. И тут некогда было веселиться. Зимой в школе, со школы идем в мастерскую. Там трусишки шьем, там что-то себе носки чиним. 2 пары чулок давали на год, а мальчишку 2 пары носок. Но вы не пожалели, что сами попросились-то? Нет, а мне некуда было деваться. Мне никому не нужно было. Спасибо, Надежда Кузьминична, за беседу. Аплодисменты. Грустно на душе становится от мысли, давно ли были молодыми? Но давайте в минуты грусти не будем грустить, а будем улыбаться. Ведь улыбка – это молодость души. И сейчас давайте вместе улыбнемся и вспомним радостные моменты прошлого. Так, ну я теперь хочу, вот кто руку поднимет, просто подойду и просто вы расскажете по поводу детства. Да, но я хочу суть донести. Я в 58-м году по 60-й учился с детдомовскими ребятами. Человека пустил яра. А то есть вы там не были? Я знаю ребят. Может, кто знает, или адреса каких-то. У нас их называли так. Инкин Ромашин, Логином Нинашев. Они в рифму. 5 человек у нас в столярной группе. Из 25 5 человек были детдомовские. Вы разыскиваете их? Конечно. Я бы, если встреча по этой... Это изумительно. Вы, видимо, поэтому и пришли. Да, 55 лет прошло, я всех помню. Ребята очень спортивные были, ромашные ребята. Инкин, вот показали, я его узнал, Инкин. Они играли в волейбол хорошо, в баскет играли. Были общительные такие. И если только знает, то их адреса. Но, знаете, будем надеяться, что вас услышали здесь. Если у кого-то есть какие-то координаты, обязательно сообщите. Дорогие присутствующие, дорогие воспитанники, дорогие соратники по несчастью, а может быть и по счастью, дорогие мои детдомовцы. Я не была в Черноярском детдоме, но я была... 9 лет в детдоме 4 в Малаховском, Царицынском, Воскресенском Московской области и 4 года была заместителем директора Черноярского детского дома. Последнего... Все-таки вы имеете отношение к Черноярскому детскому дому. Ну, понятно. Кто думает, откуда так Вера Сергеевна начинает издалека? Да. То есть... Если это было 13 лет моей жизни, связанной с детским домом. Но я не хочу
ни о чем таком говорить, а вот присутствующие, мне кажется, поддержат такое событие. В детском доме утром давали 100 грамм хлеба, в обед 200 грамм хлеба, вечером 100 грамм хлеба. И те дежурные, которые разносили еду, старались себе положить горбушки. И это было любимое лакомство. И хлеб ели не так, как сейчас кусают и бросают, а хлеб напоследок оставляли. И ели его по крошечкам, отщипывали и ждали. А кто раньше съест, а у кого останется хлеб подольше, тот был счастливый, выиграл, да. И я помню, по-моему, 51 год. Я была в Воскресенском детском доме, и вдруг нам на стол положили хлеба кучу и сказали, теперь хлеб будет столько, сколько вы хотите съесть. И вы представляете, мгновенно, а за столом 4 человека там, хлеб мгновенно растащили и спрятали. И потом уже, когда вышли из столовой, потихонечку его доедали. И так было несколько дней, пока не привыкли, что хлеба лежит вдоволь. Да. И вот этот момент, мне кажется, нашего здесь сидящий детский дом, детдомовцы, поддерживают. Вот спросите. Спасибо, Вера Сергеевна. Я уверен, что такая ситуация с хлебом была в каждом детдоме. Я уверен, что такая ситуация повторялась, когда хлеба стали давать вдоволь. Отражают черты характера черноярских детдомовцев.
Вам выпала нелегкая судьба. Вы пережили военные годы. На ваши плечи лег непосильный труд и горечь утрат. Все перенесенное человеком навсегда останется в сердце и в памяти, как великий подвиг солдат и тружеников тыла. Сегодняшний год юбилейный. Вся страна 9 мая отметила великий праздник 70-летия Победы. Сердечно поздравляем вас с юбилейной датой. Желаем вам мира, добра, радости. Пусть никогда военные взрывы не тревожат наших детей. Встречайте аплодисментами Евгения Чернулина. Наша жизнь не белый лист. Кто танкист, а кто связист. Кто пилот, а кто морфлот. Все сражались. Наши сверстники уже. Каждый в личном блиндаже. Ну а мы с весной в душе задержались. Хочешь плачь, а хочешь пой. Нам все реже снится бой. И все медленнее строй ветеранов. Фронтовые сотню грамм. В руки справно камина. Майский вечер разольют по стаканам. За девятое число выпьем все с дня на зло. Волчьи стаи пусть гадают по съеду. Груз, за разорванный союз. Где тут минус, где тут плюс. В самом деле молодые, как в кино, перестроились давно. А кому не все равно, не сумели. Кто сражался, тот поймет. Не за льготы и почет. За отчизну и народ берегата. Славу точно заслужил тот, кто голову сложил. И сегодня нам за них выпить надо. За девятое число выпьем все смертям на зло. Волчьи стаи пусть гадают по следу. И за мир не верным мире, и за Т-34. За Катюшу, за победу. Как уже сказал Александр Ильич Щербацких, встреча была у нас в 12-м году, да, с детдомовцами. И вот сегодня она происходит в 70-летие как раз открытия детского дома. В этом году годовщина совпала с годовщиной Победы 70-летия Великой. Я хочу сейчас на сцену пригласить инициатора обоих встреч, Татьяну Алексеевну Буданову, заместителя главы муниципального образования Черноярский район. Добрый день, здравствуйте. По инициативе женского совета нашего районного в 2012 году нам пришла вот такая идея провести встречу тех, кто воспитывался в нашем детском доме, встречу воспитателей, работников детского дома. Я вот сейчас думаю, почему эта идея пришла в голову.
Ну, во-первых, потому что нам хотелось уделить внимание такой категории наших людей, как дети войны. Потому что, как правило, всегда чествуют участников войны, всегда чествуют тружеников тыла. И дети войны немножко оставались вот такой обделенной категорией. И второе, так сложилось по жизни, что мне приходится заниматься всегда, во все времена, заниматься детьми, которые остались по той или иной причине без родителей. И вот я сейчас сидела опять и думала, что название-то «Детский дом», оно и тогда так называлось, и сегодня «Детский дом». И цифры, вы посмотрите, какие страшные цифры, которые уже тоже звучали. 1 000 000 детей, которые после войны остались без родителей. Но тогда это было понятно. Тогда была война, тогда умирали люди. А когда под 1 000 000 детей сегодня, так называемые социальные сироты, которыми мы занимаемся. Вот этому, мне кажется, прощения нет никому, ни власти, ни людям, родителям, которые родили этих детей. И я сравниваю встречу 2012 года и сегодня. Вы понимаете, многих людей просто уже за эти 3 года не стало физически, которые не пришли на эту встречу. Многие люди в силу своего здоровья, состояния здоровья не приехали, не смогли приехать, хотя прошлую встречу у нас были с Московской области, со Смоленска, с Волгоградской области. Я попробовала связаться с товарищем из Москвы, Тарасовым Анатолием, но Женя Глухов вот здесь до этого работал, но телефон, домашний телефон не отвечал, сотовый телефон тоже был заблокирован. Ну, по нашим сведениям, он отдыхает в Испании, и мы хотели вот установить прямую связь по телефону, но, к сожалению, это не получилось. Говоря о детском доме и об этой встрече, которую я все-таки думаю, что эта встреча будет традиционной. Как мы ее, как скоро еще мы соберемся, или как, может быть, не скоро, не знаю. Но мне бы хотелось, чтобы на эти встречи приходили не только те, кто воспитывался, те, кто работал там, но и приходили дети, внуки тех людей, которые имеют отношение к нашему детскому дому. Ведь история нашего детского дома – это история страны, это история одного человека. Это вообще история нашей России, которую, конечно же, забывать нельзя. А учитывая, вот сегодня назывались, я не буду повторяться, какие фамилии здесь назывались, вы многие их знаете, это люди, которые отдали не только свои знания, это люди, которые отдавали свои силы, свою душу, все тепло, которое у них было, отдавали этим детям, потому что действительно это были тяжелые времена, тяжелые годы, и вот 3 директора, это же были действительно глыбы, люди, просто глыбы, это были личности, которые делали такое громадное большое дело для вас, в первую очередь. И, наверное, поэтому, конечно, у нас нет истории каждого выпускника нашего детского дома, но я больше чем уверена, что 99,9% из них выросли достойными людьми, потому что вас сумели вложить отношение к труду, в первую очередь, я считаю. Вы умеете трудиться, умеете работать, и это показали последующие всей своей жизни. Отношение к старшему поколению, отношение к жизни, отношение к детям, взаимоуважение, взаимопонимание, доброту, человеколюбие. Все это вас вложили все-таки в детском доме. И вот Валера сегодня ведет эту программу и говорит о том, что его поразило, что вы хотели в детский дом. Меня тоже это поразило в свое время, вот в 2012 году, когда я беседовала с Валентиной Яковлевной, Кулетиной, а сегодня Ефремовой, которая сказала, а я хотела в детский дом. Я на них смотрела со стороны и завидовала. Мне казалось, там у них все так здорово, так все хорошо. Хотя, конечно же, были свои проблемы. Поэтому я от души вам всем благодарна. Благодарна просто за то, что вы есть, за то, что вы храните эту память. Не девайте никуда фотографии, какие-то документы, которые у вас есть.
Вот, готовясь тоже к этой встрече, мне пришлось узнать такой факт, что Курносова Нина Михайловна сказала, что после моей смерти все документы, которые у меня есть, все фотографии, все уничтожьте. Дала такой вот наказ. И этот наказ, к сожалению, к большому, был выполнен. Поэтому вот многие документы, которые не сохранились. У нас сохранились документы, которые мы запрашивали в Министерстве образования нашей Астраханской области. И вот я тоже там, когда читала, листала эти документы, там было написано, от кого забирали ребенка. Очень много было написано. От матери. Но не потому, что мать была нехорошая, а потому что просто детей нечем было кормить. А все-таки детский дом, как учреждение, ему уделяли внимание. И последняя строчка вот в этих списках, которые уходили из детского дома, там было написано ремесленное училище, или указана там какая-то организация, в которую там 18-летние мальчишки, девчонки пошли работать. Это, еще раз повторюсь, что история каждого из вас в целом складывается историей нашей страны. И какая бы она ни была, нравится она, не нравится, но мы не должны ее забывать. Мы должны, я считаю, бережно хранить память обо всем, что происходило с каждым из нас, что происходило с нашей страной. Я от всей души, в первую очередь, желаю, конечно же, вам здоровья. Я хочу, чтобы наши встречи, независимо от того, сколько придет на них людей, мне хотелось бы, конечно, чтобы в этом зале было побольше молодежи, которые бы понимали, какое детство было у нас, сравнили со своим детством. Я желаю вам здоровья в первую очередь. Хочу, чтобы мы еще не раз с вами встретились. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в подготовке сегодняшнего мероприятия. И пригласить вас на второй этаж, на чашку чая, где вы еще раз встретитесь друг с другом, поговорите, расскажете что-то, вспомните. Мы там для вас такую комнатку приготовили небольшую, вы тоже зайдете, сейчас посмотрите. Мы приготовили для вас баян, можно будет спеть песни под баян, те, которые вы любите, которые вы знаете. Ну, в общем, как-то постарались вот вам еще сделать такую, еще одну неофициальную часть. Всего вам доброго, спасибо. Что дает нам встреча с детдомовцами? Много. Это источник, который исцеляет и очищает. Дает заряд на завтрашний день. Встречи воспитывают молодое поколение. Ничто не может сердце изменить. Ни слава, ни почет, ни положение. Ни за какие деньги не купить нам доброты сердечной, без сомнения. А что для счастья нужно иногда? Лишь чуточку сердечного внимания. Казалось бы, такая ерунда, обычное людское понимание. Уважаемые работники и воспитанники детского дома, хочется пожелать вам, чтобы не истекала ваша жизненная энергия, счастья, мира и добра. Удачи вам и искреннего смеха, здоровья вам на долгие года. Желаю вам во всех делах успеха и рады встрече с вами мы всегда. На этом наша встреча завершена. Всего вам доброго, до свидания. Спасибо, что пришли. Те далекие, промчавшиеся дни, ты друзей моих ушедших оживи, а друзьям, живущим, молодость верни. Память.